Сегодня утром возобновились поиски трех братьев, унесенных 2 дня назад в море во время купания на пляже Длилава в Шкелоне. В поисках принимают участие многочисленные добровольцы. Между тем, в полиции считают, что шансов найти братьев живыми практически нет. Вчера поиски были прекращены с наступлением темноты. Напомним, что официально купальный сезон еще не начался, и море считается опасным. Метеорологические условия становятся все суровее из-за смены времен года. Есть сильный северный ветер, есть сильное подводное течение в море. Спасателей на пляжах нет, и это важно подчеркнуть. Нет на пляжах спасателей. Люди приходят поплавать в море, потому что выходные, потому что праздник, и вдруг понимают, что начинают тонуть.